Во Всероссийском детском центре «Смена» собрались лидеры самых разных творческих направлений. Участники программы «Арт-лаборатория лидеров» приступили к работе над проектами. У каждого из них своя уникальная идея. Например, шить форму для участников программы «Арт-лаборатория лидеров» собирается команда Виктории Ландер из Республики Крым. Мне здесь очень нравится, потому что коллектив очень творческий, а я творческий человек, и я бы очень хотела развиваться, в частности, на музыкальной гостиной, потому что я очень люблю игру на фортепиано. Я надеюсь, что узнаю об этом больше, потому что я самоучка, хочу быть более профессиональной. Каждый день ребята посещают тренинги по креативности, командообразованию, а также упражняются в танце и игре на музыкальных инструментах. Я очень люблю музыку. Я пишу каверы. Ну, как пишу? Я снимаю каверы. Пока что их никуда не выкладываю из-за стеснения. Но я снимаю каверы, большое количество, и в скором времени я хочу начать выпускать на Ютубе. Большие творческие планы есть у каждого участника арт-лаборатории лидеров, и большинство ребят обязательно реализуют их в смене. На арт-лаборатории лидеров я бы хотела развить в себе больше какие-то лидерские способности, возможности работать в коллективе. Вот. Ну и такие направления, как танцевальные, вокальные, тоже мне бы хотелось, так скажем, развивать.